Привет, ребята! Ну что, не ждали? С вами Лего, всем привет! И это учебный автосимулятор 2. На самом деле, я, конечно, очень тяжело наткнулся. Какой тяжело? В общем, тяжело настроил управление, но вроде как настроил для руля. Не знаю, почему предложение не могу даже выговаривать. Не очень связано. Но, в общем, я хотел вам показать. Вождение мощностью двигателей лошадиных сил 200, это легендарный Toyota Mark II 90, неплохой такой кузов, сейчас на рынке можно купить, я думаю, в пределах 200 тысяч, не более того, ну, в смысле, не турбовый, там никакой, не крутой, но дело не в этом. Так, АКП мы убираем и антиблокировочную тормозную систему поставим. Трафик 60, пускай будет день, место мы выберем автомагистраль. Приятного просмотра. Сейчас прокатимся. Я, конечно, почему-то не смог настроить сцепление. То есть сцепление вообще... Ой, сцепление, говорю, нейтралку. То есть нейтралки вообще нету. То есть я сейчас пристегиваю ремень. Ой, это не ремень. Пристегнули ремень. Сейчас заводимся. Так, поставим первую. Отпускаем ручник. И погнали. А так более-менее руль настроил. Самое интересное, что чувствуется, когда едешь на десятке, которая ни хера не едет. А это Маркуша, он топит. Но погнали, посмотрим, на что мы способны. Что мы сможем показать. Иногда не смогу разговаривать. В жизни не играю в шашки. Но, конечно, вожу агрессивненько. Но в игре можно почудить. Давайте попробуем. Ай, задел чуть-чуть. Бывает. Бывает. Чё здесь и останавливаются? Не понял. Не понял я. Не понял я. Не, все нормально. Автомагистраль вообще четко. 60% все как будто едут с дачи в город. Все едут с дачи в город. На-на-на. Тихо. Сори. Вы попали в ДТП. Заведется, нет? Заведется. Так, первая моя ошибка. Погнали дальше. Надо включить сразу аварийку. На аварийке понятно, что едет псих. Вот я и дошашечил очень быстро. Но я умею пободрее. Могу. Давай на четверку. Тую. Икс-пяха-бэха. Икс-пяха-бэха. Просто на аварийке мы едем, обгоняем магистраль. Не знаю, что за город, кстати, может, Москва. Жигули, икс-пяхи, вон, кабаны ездят. Нифига себе, шоха дает. Шоха топила там вообще нормально. Скорая, и что-то никто не пускает. Ну, пустите же. Воу! Это я, конечно, вообще замутил. Посигналим. Вторая моя ошибка. И пошла жара. Что-то не дают они мне разойтись. Не дают. Это была тренировка. Посчитаем, что это была тренировочка. Это была тренировочка. Справа корова. Давай, пошла корова. Надо хапнуть королу на второй. Оп. Пошла жарень, пошла руль вообще тема. Руль тема. Нормально, пятую давай. Пятую долби, последнюю. Сколько мы уже там едем? 162 км в час. Неплохо, но Марк в стоке может творить побольше. Вот тут что, Ауди, да. Смотри, она тоже прет, но нет. Люди. Бэха тоже злится, что-то Бэха злится. Но Бэха нормально. Что, здесь светофор сейчас будет, да? Зеленый, успеем, нет. Давай, на желтый. Желтый наш. Ну что, мы в город куда-то приехали? Карты вообще нету, карту не знаю, вот только запустил.
симулятор, показать, что можно тут вообще жестить. Ну, погнали по городу, даванем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо. Так, тихонечко. Проезжаем. На аварийке. Вторая пошла. Уходим вправо. Хе-хе-хе! Нормально тело. Вот, вроде тишина, да? Вроде тишина. Что сейчас будет? Желтый, успеваем. Успеваем. Так, справа всякие грузованы. Уходим. Уходим, уходим, уходим. Оп. Так, что с этими будем делать? О! Я этих чуваков там не сбил? Или сбил? Мужичка-то я сбил того или нет? Вроде нет. Давай заднюю. И погнали. Это уже третий фейл. Ну я говорю, вроде больше-меньше. Точнее, блин, забей. В основном вроде как не фейлюсь. А что у него синие номера? Мент, что ли? Давай по круговому, долби. Пропускать, пропускать, батьку. Пешеходы. Ладно, чуть-чуть поранил. С кем не бывает. Все, погнали Маркушу разгонять. Разгоню ее нормально. Блин, тут еще пешеходные переходы. Нужно пропускать. Пропускать нужно. Где на автостраду? Как выехать? Давай. Лексус был. Все, мне пиздец. Воу! Ну, считайте, вы этого не видели. Все, хватит болтать. Надо тащить. Тащить на руле. Ну давай. Поехали. Сцепление отпускаем. Первую поставили. Давай вторую. Сцепление третью. Пошла жара. Где здесь заезды-то? Воу! Что-то я заговорился. Но для первого раза, я думаю, это неплохо. Оттачивать мастерство на Маркуше. Да не слышал. Красный свет, не слышал! Я же говорил, что я не слышал, что такое красный свет. Наконец-то мы выехали из города, и теперь можно. Можно вдарить. Можно вдарить. Блять, приорчики всякие выезжают с военными номерами. Ну ты поедешь сегодня, нет? Вы что там делаете-то? Дауны, я им сигналю, они вообще не алё. А я думал, блин, нам же на трассу надо. Сейчас развернемся. Направо повернем. Ага, не будем направо. Здесь потом не пустят. Пешеходные батьки. Надо разворачиваться с срочняком, по-моему. Вообще в какую-то деревню валим сейчас. Деревню, деревню, деревню. Везде сплошная. Как развернуться-то? Мы уже давным-давно втопили. Опа, дорога жести, да? Дорога России по трассе. Это вообще трасса, а не автомагистраль уже. Старая добрая трасса. Без разметочки. Нормально, 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 нормально. Газель, поехали давай. Я тоже умею ездить. Опа. Поворотик направо. Это мы куда? Это мы куда? Ну давай попробуем. Ёб твою мать. Бедный Марк вообще. Марк. Держись, братан. Сейчас нас занесет куда-нибудь. Куда мы вообще едем? Ехэзэ. Дальний свет включил на всякий случай. Все, давай, погнали на вторуюшке. Эй, это что такое? Все, что ли? А что там? Что за подстава была?
Ой-ой-ой-ой-ой. Машину коцнул. Мы выйдем в город-то, нет? Или не выйдем? Короче, надо обратно в город, нахрен. Давай, давай, Маркуша, ты можешь. Ты можешь, Маркуша. Выезжаем отсюда. Обратно в город. В городишко. Воу, заносит еще Маркушу-то. Маркуша-то заносит. Но ничего страшного, блин. Кстати, я ни разу не видел Маркушу. Ты чё? А чё такое? Я всё, приехал? Всё? Сел? Я сел. А какая кнопка? П. И что это дает кнопка? Заднюю? Нельзя так садиться. Сцепление, главное, держу, и этот, он так начинает обороты тянуть и дрифтить. Не, не будем мы на первой передаче жестить. Я говорю, Марк вообще не видел, чтобы было левый руль, ручка. Левый руль, ручная коробка. Ладно, выезжаем с этого бреда. Потратили очень много времени. Непонятно, на проселочную. Это потом исследуем в следующих играх. Если вы захотите, конечно, смотреть такое. Вот как мне здесь подняться только? Направо. Если я ни хрена не вижу. Все, все окей. Пошла жара. Пошла жарень. Да, пошла она, конечно, блин. Просто пошла. Все, я расстроился. Я расстроился. Кого-то еще поцарапал. Ой, что вообще натворил? Из-за того, что вообще не знаю, куда мы едем, что это за... Все. Куда мы выезжаем сейчас? Давай нам направо. Уезжаем отсюда. Тапку даем и валим отсюда. Валим с этого бреда. Третью и погнали. Вот оно, вот оно, вот оно, вот оно. Все, дело-то в чем? Мы выехали в город. Давай сюда. Так, обезбашенного гонщика включаем. Поворачиваем на обгон. Бэху. Вот-вот-вот-вот-вот. Автомагистраль. Нам сюда. Ставим аварийку. Езжай давай быстрее. Опоссум. На приоре, дед пердун. Поехали давай, а. Я ему сигналил, ему вообще насрать. Он как едет. Вообще тормоз, пипец. Ты куда? Вот это жесть какая. Полк, пока полк. Пошла, пошла, родимая. В этот раз у нас получится растопить лед в твоем сердце. 130. Давай. Давай, родная. Тихо, тихо. Третью. Вот этот, блин, опять этот. Куча машинок. Надо трафик было понизить. Бэха там что-то сопротивляется. Ты чё, парень? Да ты против Марка. Марк он такой, он непобедимый. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Мутим движульки. Что там сзади у нас? Нормально. Блять. Гольф не едет. Блять, еще один.
Ну давай, давай, давай. Кто быстрее? Кто? Давай. Все. Можете же. Набирает, конечно, все равно туговато. Все, пошла. Пошла 150. Желтый, желтый горит. Давай, родная, давай, давай. Ты же можешь, давай, давай. Я супер певец. Ой-ой-ой-ой. Заделал, но не обиделся, наверное. Вот мы валим. Ай. Валим. Валим. Валиваем. Валиваем. Шаха, давай. Ой, шаха хорош вообще. А мы все равно вваливаем. Правда, это не таз. Но вваливаем. Ну давай! Блин, ясно все с вами. Успей, нет? Пойдет. Пойдет. Хоба, да. Пока едем. Давай на четвертую. На четвертую. На четвертую. Воу-в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 оу. Все, едем дальше. Вот это вам 3D-инструктор. Сел и поехал. Нормально. Чуть не вписал ему вообще конкретно. Ну и чё, приорка, давай, давай, долби. Давай, шуми. Шуми. Десятка желтая. Куда я поехал? Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Понесло меня. Бля, дед, извини. Меня понесло. Ладно. Дед, извини. Я был неправ. Но меня что-то понесло. Вот такие вот могут быть ситуации. Тихо, 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 тихо. Успеем газельку? Успеем. Что здесь за пробки? Вы что? Какие пробки? Вы о чем? Так, надо все это выключили. Ну, конечно, автобус хрен пустит. Давай, 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 давай. Блин, пошло. Пошло. Поворотники еще будем включать. Вот. Так. Там красный, по-моему, да? Че, чувак, налево? Давай мы с тобой. Ну, чувак, ну давай. Ну, зрители же ждут. Ладно, не будем ждать. Поедем в обраточку. В обратку вон пока как пусто. В обраточку, надо уже... Паркануться. Надо уже паркануться, а то время подходит. Ты чё встал? Вы чё, ребзики? Вы вообще что-то не ездите никак. Вот так, блин, я обратно, что ли, еду? Ай-яй-яюшки, ай-яй-яюшки, как мне в город-то попасть? Опять в эту пробку? Не, братаны. Я не буду... Ты чё? Маркуша, на бордюр не можешь заехать уже? Я не буду ждать эту жажу. Пацаны, впусти, а? Пацаны... Ну, пожалуйста. Я понимаю, конечно, что я жесткий.
Ну пусти. Ну, братан, ну да, пусти. Бля, спасибо. Спасибо за эту аварийку тебе дам. За то, что спасибо. Че, мы поедем сегодня, нет? Поедем, да? Давай-ка мы вообще топнем. Поворотник. Все, вроде город, да? Вроде город. Сейчас еще прямо проедем, прокнемся где-нибудь. И кредит бизнесу. Окей. Ну. Давай, зеленый Пассат. Ну. Да вы застали, блин. Опа, парковочка. Парканемся. Вообще со второго ряда. Вот такие пироги. Поставим ручник. И вот такие вот наши дела. В смысле, еще не хватает, что ли? Все, парканулись. Цветы. Пойдем покупать. Маркуша еще впереди меня, вес есть. В общем, подписывайтесь на канал, если вам понравился 3D-инструктор. Ставьте лайки. И мы еще будем с вами не раз кататься. Вот так вот, хоп. Без палева. Ну вот, в принципе, и все. Что я и хотел вам... Бам! Показать. Ладно, хватит жестить. Всем пока.